Привет, друзья! Концерн «Калашников» начал серийное производство российского модернизированного комплекса с БПЛА «Гранат-4». Дрон уже используется войсками. БПЛА производится компанией «Ижмаш» беспилотные системы и предназначен для разведки местности с помощью фото, видео и тепловизионной аппаратуры и передачи полученной информации на расстояние до 70 км. Модернизированный в 2024 году БПЛА «Гранат-4» может теперь и подсвечивать цели для использования артиллерии, корректируемых артиллерийских боеприпасов «Краснополь», «Китолов» и «Грань». Дальность целеуказания до 3 км. Подробностей о новой версии мало. Известно, что от пункта управления на базе грузовика «КамАЗ», используемого с 2022 года, отказались. Теперь применяются выносные комплекты оборудования и более мобильные подвижные средства. БПЛА «Гранат-4» выполнен из композитных материалов и имеет вес 30 кг. БПЛА оборудован двигателем внутреннего сгорания и развивает скорость до 140 км в час при высоте полета до 2000 метров. Время полета БПЛА до 6 часов. БПЛА «Гранат-4» запускается с катапульты и осуществляет посадку на парашюте. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.